Всем здорово, всех с 1 мая. В Воронеже сегодня наконец-то солнышко, но холодно. За городом морозы жарят, небольшие, там минус 1, минус 2. В Дон в штанах ходить неохота, чтобы не отморозить себе причиндалы. Холодно, холодно. Поэтому выбрался на охладитель нововоронежский. Вон там дымится, парит. Буду ловить сегодня в забродку. Ветер северо-восточный. Ну, сегодня он не сильный, 3 метра. Но холодный, скажу. Так что оделся так, по-теплому. Буду ставить такой вот самодельный силикончик с запахом. На канале у меня есть, но я просто не забуду, ссылку оставлю. Посмотрим, как будет на белый. Отводной поводок. Груз 12 грамм. Палка талон. До 25. А там глубоко должно быть. Во. Шнур 08. Сейчас попробуем на отводной, а потом может даже дропшот один сделаю, посмотрим, как он на дропшот будет реагировать. С берега ребята он ловят, клюет. Посмотрим, что у нас получится с этого дела. Опарыша не брал. Чисто искусственные приманки. Она ходит вся вон поверху, смотрю, может даже придется ставить спирулину. Мелочь ловить неохота. Хочется поймать что-нибудь покрупнее. Такое у меня предположение, что придется делать дропшот. Будет что, включусь. Есть, ребята. Что-то, блядь, сошла. Хорошая была. Просто огромная. Фрикцион пищал. Не просек. Сейчас я крючок поменяю. Просто огромная была. Сработал. Сработал. Сейчас поставлю овнер крючочек хороший. И я думаю, будет хорошо. Вот такой самодельный. Штуковина. Крючки не мельчу, вот такие ставлю. Мельчить вообще нет смысла никакого. Вот. Много сходов будет. А рыба была хорошая, не меньше килограмма. Сейчас мы ее клюет, значит, хорошо. Поймаем. Крючочек перевяжем и поймаем. Такие подтяжки, брум-брум.
Все, перевязался, закинулся. Блин, ветерок, я вам скажу, северный дует, лед, блин. Просто лед. Взял подсак с собой. Потому что вваливаются хорошие экземпляры. На фидер так. Так себе. Мелочь не дает им ловить крупную. Надо без прикормки ловить, просто на донку с опарышем. Грузило там поводочек и побольше опарышей. Штук 10, там 15 на крючок. Тогда можно будет поймать крупную. Ну и подальше закидывать. На удочку ее, ребята, один мед ловить. Сопротивляется здорово. Она короткая, мощная рыба. Но сегодня вот поклевочки такие. Вялые, еле-еле. Вот, есть, есть прямо на камеру. Но это не, не сильно крупная. Есть. Есть. Самодельный. Опарыш самодельным дипом из опарыша пропитанный. Это мелочь. Вот та была крупная, хорошая. Ух ты! Дает жизни все равно. Рывки. Какая-то хорошая тоже. Ну, мелкая. Кто это? Кто это? Тилапия. Жизнь не дает, видите как? Без подсака здесь сложно. Она еще колючая вся. Вот такая. Средненькая. Возьмем. На вкус очень вкусная. Без костей. Стена. Вот вовнер поставил, сразу хорошо засеклась. Вот такая вот рыбка. Теплая. Что-то я кинем пока в садок ее. Есть, ребят, еще одна. Но тоже не особо крупная. О, какие удары у нее. О, нет, это должна покрупнее быть. Ух ты. Ух. Я вам скажу, удары похожи, сопротивление на окуня. Такие же вот, смотрите. То есть, тянешь, тянешь. Опа, удары, опа. Тут фрикцион нужен. Ух ты, блядь, сошла, сука. Сошла, падла. А? Да что ж такое? Есть, но похоже не очень крупная. По сопротивлению. Не буду больше не давать слабины. А то и так уже две крупных слил. Рыба вкусная. Нет, надо. О, нет, вроде бы такая должна быть. Фрикцион еще отпущу. Прямо она долбит. О, хорошо, прям долбит. Ну да, такая же, как была. Не крупная. Это не крупная. Она живучая. Посмотрим. Это мелочь. Это мелочь.
Рот у нее, видите, здоровый. Так что мельчить сожрала моего опарыша. Ладно, бог с ним. Крючок затупился у меня всегда. Вот есть такой забродку ловлю, на разгрузке есть так алмазный надфиль. Крючок сам по себе хороший, долго его перевязывать смысла нет. Чуть-чуть его жало поправим. Все, огонь. Над фильком чуть-чуть проправляешь, только нужно двигать в сторону конца жала, а провел туда-сюда нельзя точить, затупится мигом. Просто завалы выравниваешь над фильочком, мелкий алмазный над фильочек, и вот так. Все, продолжаем. Есть, ребята. Не крупная. Отошла куда-то крупная. Рывки у нее, я вам скажу, бойкие. Ух. Такая стандартная. 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 Не крупная. Хотелось бы покрупнее. Рыба мощная, вам скажу. Есть еще одна, ребята. Долгий перерыв был. Это вроде как чуть покрупнее должна быть. Да, покрупнее должна быть. Бодрая. Приманку чуть крупнее одел, а может просто бодрая. Бодрая. Да посмотрим. Просто бодрая. Водой льет не внутри воды капитально. Она сама себя охлаждает, скорее всего. Еще одна после долгого перерыва. Опять работает белая. Либо бойка, либо крупнее что-то. Прям удары мощные. Мощные удары.
стандартная. Прям такая бойкая. Ну, это бы не сошла. Пасть пробила хорошо. Стоять, Маруська. Пойдешь на жареху. Есть, ребят, выход. Выход, выход. Следующий заброс и сразу поклевка. Это такая же, наверное. Может, чуть даже покрупнее. Ты вот же мотылик. Наверное, покрупнее будет. Наверное, будет чуть-чуть. Ох, какая бойкая. После обеда-то бойкая. Да нет, такая же. Ну, бойкая. Красивая какая-то, наверное, самка или самец. Сейчас покажу, какая она красивая. Смотрите, как переливается вся. Сожрала моего мотыля. Спасибо. Эти красные половнички. Есть еще одна, ребята. Ну что-то тоже, по-моему, такое же. Но не крупнее. Может, я ошибаюсь. Может, и покрупнее что-то. Может быть, и покрупнее. Ну, бойкая. Прям бойкая. Такая же, но бойкая. Такая же, но бойкая. Хорошо работает этот цвет. Прям отлично, мне понравилось. Очень он ей понравился. Такой цвет. Я даже не могу вам сказать, ну что-то подобное. Такой ультрафиолет с машинным маслом, что-то такое. Что-то я там химичил. Пытался создать интересный цвет, и он получился. Ему получился. Продолжим. Есть, ребята, еще одна. Поискал у себя там. Были у меня в сетничке. Именно под мотылика Беркли. Поставил маленький сетничек. Сейчас покажу, какой.
Не знаю, чьей он фирмы. Но раньше я на него ловил. У меня их там осталось штуки 3, наверное, или 4. Обычная. Обычная. Даже помельче. Сейчас покажу. Ну, такой маленький сетничек. Не знаю, будет видно в камеру, нет. Сейчас покажу, как он. Не знаю, как вам показать. Ну, короче, вот под мотылика Беркли, а в сетнички такие были. Есть еще одна, ребят, с хорошей поклевочкой прям. Только забросил. Это бойкая. Может, крупней? Нет, такая же. Как-то я тут уместился, вот так разместился. Опять мотылек самодельный. У меня тут прибывает. На, ребят, это тоже бойкая. Прям с поклевочкой хорошая взяла. Бойкая. Блять, оторвал. Или сошла, или оторвал. Да что ж такое-то? Как крупняк, так сход. Оторвало крючок. Поломало крючок. Поломало овсетник. Сука. Еще одна есть. Это уже бойкая. Или просто прям бьет капитально. Только стоило поплакаться, что рыба вялая, и она сразу дает бой. Дает бой сразу. Какая-то красивая, красненькая. Плавнички у нее красненькие.
оседает там капитально в ее пасти. Все, ребят, рыбалку закончил, вечереет, устал, как будто смену на заводе отпахал. Что поймал, наловил, на жареху еще ребятам отсыпал, штук 10. Кому понравилась рыбалочка, ставим лайкосики, подписываемся. Всем пока, с вами был Рыбачок 36.